Уже в июне Европарламент должен проголосовать за выделение макрофинансовой помощи для Украины. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк. На заседании Комитета экономики и финансов Европарламента он призвал депутатов поддержать Киев. По словам министра, условия для выделения помощи в этот раз могут сформулировать более конкретно, чем в прошлый. Напомню, Украина не получила последний запланированный транш от ЕС в конце 2017 года, так как не все условия были выполнены. У нас було 21 вимога для траншу. 21 вимога. Ми зробили 17. Протягом дуже короткого часу ми ще зробили 2. Ми також звернули увагу на те, що у нас мають бути будь-які умови, conditionalities, вони мають бути дуже конкретно сформульовані. Бо тоді ми розуміємо, як ми будемо їх виконувати.